Скажем, что это как раз тот найдыш, который воспринимался именно как музыка для слушания. И попробуйте угадать, где такую музыку могли услышать крестьяне и переложить ее на инструмент камп. Которые записаны, да, и мы вот эту мелодию учим. Мы стараемся импровизировать по тем канонам, которые заложены уже в этих мелодиях, да, то есть стараемся, чтобы...